Как только доктор Фаучи подумал, что его не снимают, с него буквально спала маска. Хотите увидеть лицемерие в действии? Посмотрите на это. Вот доктор Фаучи, не одевший маску, сидящий на расстоянии менее 6 футов от других людей на практически пустом стадионе. Но как только ему сказали об этом, он, вместо того, чтобы честно признать это, начал действовать, как многие люди, облеченные властью. С пренебрежением к своим критикам. Смотрите. Я думаю, что произошло какое-то глупое недопонимание. Да, у меня маска была на подбородке, и я опустил ее, так как испытывал очень сильную жажду, и я выпил воды, пытаясь утолить ее. И к тому же я был отрицателен на ковид буквально за день до этого. Так что, я думаю, люди просто хотят сделать из ничего событие. Я постоянно ношу маску на улице. Я всего лишь припустил ее, чтобы сделать глоток воды. Я считаю, что люди хотят как-то это использовать против. О, люди хотят сделать из этого событие. Люди хотят фетишизировать маски. Люди переживают о ковиде. Расслабься, Америка! О, простите, вы доктор Энтони Фаучи? Вы одна из причин падения нашей экономики? Вы одна из причин того, что люди несчастны как никогда? Не вы ли говорили нам, как аморально не носить маски, но когда вы сами это делаете, то ничего страшного, у вас есть хорошее оправдание, вы хотели пить. Нет, вы смеялись со своими друзьями. Но спорим, доктор Фаучи не захотел бы платить $1000 штрафа, который предлагается налагать в округе Колумбия на тех, кто не носит маски в общественных местах. Вот так называемый мэр Вашингтона, Мюррел Баузер, предлагающий это. Смотрите. Я также сегодня подписала новый указ мэра о масках. В нем говорится, что, покидая жилище, вы должны надевать маску. Это означает, что когда вы ждете автобус, вы должны носить маску. Если вы заказываете еду в ресторане, вы должны носить маску. Если вы сидите в кабинке открытого офиса, вы должны носить маску. До того дня, пока Джо Байден не победит на президентских выборах, вы, мистер и миссис Америка, должны носить маски. Конечно, если вы не те, кто подписывает указы о масках в округе Колумбия, не политики, они сами знают, что делать. Потому что они приостанавливают действия науки, потому что они власть, а вы нет, так что заткнитесь и подчиняйтесь, пока Байден не победит. Такое правило. Маски для них, а не для нас.